Чё, народ, блядь? Новый принц Персии. Prince of Persia Redemption. Вот. Трейлер игровой вышел всего 8 лет назад. Вот. Каким-то ёбаным образом, блядь, его никто не видел. Целых 8, сука, лет. Я сам подохуел, когда сейчас случайно его увидел. Начал искать информацию, ебать, и везде пишется, блядь, в интернете, именно 20-й год, май. 8 лет, блядь, находился в тени трейлер, блядь, Prince of Persia Redemption, блядь, я его еще не видел, но давайте посмотрим. Ubisoft Montreal. Сравните, кстати, с этим, блядь, с Unreal Engine 5. И скажите, вы видите вообще разницу какую-то или нет? Я лично нет. Ух ты, моржовый хуй, нихуя он, блядь, делает. Че вы, гандоны, блядь? Какие-то суперспособности, блядь, у него появляются, блядь, песком толкает. Возврат времени назад. Че ты думал, а, блядь? Хуйло, блядь! Лежать, пидор! Нихуя, бля, у него какие-то, блядь, новые способности, реально. А пизды хочешь, блядь, слышь, жирный нахуй? Че, блядь? Дай мою руку, блядь! Да тут люди, блядь. Не было такого никогда. Этот. Здания разрушились, блядь, по ним бегать можно. Такого не было. Что это за хуи? Не, ну тоже какая-то, блядь, фантастика, нахуй. Хотя не сказать, что принц Персии всегда был реальным, блядь, но в основном, как бы, более-менее был реализм. Ну, я, конечно, сейчас не берусь, там, акробатику, вот это все, да? Возврат времени, понятное дело, что это все фантазия и все такое, блядь. Но я имею в виду то, что из противников были всегда люди. Ну, там были, конечно, какие-то монстры, но все равно двуногие, двурукие, как бы. А тут какой-то, сука, осьминог. Да как они в счет? Да как тоже, кстати, человекоподобная хуйня. Ты орёшь, блядь! Уёба! Не, без базара клёво, конечно, блядь, но один вопрос. Чё он не вышел-то, блядь? Прикольно, блядь.
Ой, блядь, вышел бы ты, сука, тогда, когда этот трейлер лет 8 назад. Была пиздата. Вот вопрос, чё его нету-то, блядь, а? Куда он пропал? И почему тогда его никто не видел? Prince of Persia Redemption. Ходят слухи, что потом спиздили это название в игру. Вот это вот херня. Вот. Блять, вообще так-то обидно нахуй. Нехилая такая игруха получилась бы. Да. Новые способности у него есть, там что-то, блядь, прям как Шан Цунг, блядь, души достает. На расстоянии песком управляет. Ты не думаешь, что ты какой-то фанатский этот, блядь, потому что чересчур много работы сделано для фаната. Реально классно. Вот, блядь, нахуя этот ёбаный Assassin's Creed нужен, а, блядь? Вот, пожалуйста, Prince of Persia. Охуенная игруха, блядь. Вот чё они выпустили вот этот Redemption, блядь? Может, они что-то ждут? Хер его знает, блядь. Но... Хотя... Я что-то начинаю понимать, как 8 лет скрывался этот... Этот клип. Это видео. Начинаю понимать. Хитро, блядь. Очень хитро. Ну ладно. Кажется, не вашего ума дело. Что да как, но... Сделано действительно очень умно. Надеюсь, что эта игра выйдет. И все будет очень пиздато. Let's wait.